для показателей. Ну что, собственно, показывать не так, они сами знают, что оно такое. Слава Богу, что хоть не сильно большой далек был, что не в дом. Да, если бы в дом бы, блядь, пиздец. Да, потому что я тоже не поверил, как это одна трещина. От взрыва его произошло. Теперь видишь, мы поняли, что... Да. Крыши нет. Если в дом попали, пиздец. Вот воронка такая. Она под деревом. О, матерь Боже. Гусляра. Ага, вот еще. Обломки. Ракеты. Выбиты стекла в округе. В колледже выбиты стекла. В жилом доме. По Мазепе выбиты стекла. В округе. Вот дом примесничий, выбиты стекла. В общем, сколько видно. Снесены деревья. Надо все эти видео собирать для Гааги, когда хуйла протянут туда, чтоб не говорил, что он ничего не делал. Обил. Да нет, там уже потушим, там вот матрасы клеят и такое всякие, ковры. Так. Все усыпано стеклом. В подъездах повылетали, в квартирах. Стеклопакеты повыбило. Тоже вот в соседнем доме. Интересно, где здесь у нас военный объект? Наверное, детский садик до него не долетело. Наш дом, колледж, соседский дом. Интересно. Усыпано стеклом. Да. Чернигов, 28 февраля, 6 утра.